Здравствуйте, господа избранные! Из всей нашей многострадальной родины только вы услышите то, что никогда сегодня не услышите, дорогие мои. Есть возможность сесть покучнее, а вы уже сделали. Спасибо. Так, а что-то нас маловато, ребят. Да, мы сейчас хотим всех для начала позвать всех наших девушек, которые сегодня будут участвовать. А как их звать? Мы их постепенно всех представим, а поэтому сначала. Спокойно. Как вы думаете? Юбилей у нас. Юбилей у... У нас или у них? У Йой. У Йой. То есть у них юбилей на всех. Самое частое слово, которое мы с вами сегодня будем произносить, это слово «перенесемся». Ну, помимо слов Йоко Оно, конечно. Давайте с вами мысленно перенесемся. Мысленно перенесемся в 1972 год. Начнем с такой, ну, как бы, рок-н-ролльной вещи с альбома Sometime New York City, который одновременно называется New York City. Как раз песня Джона Леннона о том, как они с Йоко Оно перебрались в Нью-Йорк в конце 1971 года, познакомились там со всякими леворадикальными лидерами, с группой... И другими приятными людьми. Там выступали в клубе Mike's Kansas City и так далее. В общем, уделывали Америку. Мы начинаем с митинга, дамы и господа. Thank you.
Спасибо очаровательным гостям, они к нам будут постепенно возвращаться. Дамы и господа, на самом деле это намек на то, что можно танцевать. Слава богу, здесь освободилось место. Так, нет, мы сейчас втроем с Русланом Вячеславовичем. В отличие от... сейчас будет блюз, блюз Джона Леннона. И в отличие от блюза одного известного российского, советского музыканта, этот блюз о том, что все очень непросто. Песни, собственно говоря, самой именинницы, и мы перенесемся в 1960 год к альбому Double Fantasy, и как бы тут такая была предыстория, что на самом деле Джон Леннон в 1978 году, кажется, услышал по радио хит группы B-52, который назывался Rock Lobster, и тогда услышал там женский подпев, и сказал, это же Йоко. То есть, они давно не пели уже. Они да, они давно уже не пускали записи. Он думал, что вот мы несколько лет назад это делали, и индустрия поп-музыки отказывалась это принимать. А сейчас вдруг бац, это в танцевальной музыке, диско, и это все стало модно и популярно. И, в общем, так вот потом появился альбом Double Fantasy. И сейчас, соответственно, мы сыграем оттуда песню, которая называется Give Me Something. То есть дай-ка мне что-нибудь такое. Thank you.
наши, знаете, как вам амплуа. Спасибо. Так. И сейчас, да, Оля, Настя с нами останутся. И мы еще позовем сюда Андрея Бессонова. Андрей! Чтобы подыграть нам на кларнете, а Серега сейчас расскажет. А что там рассказывать? Собственно говоря, теперь год у нас 72-й. Год у нас 72-й. 72-й год у нас. Альбом «Sometime in New York City», то есть, собственно, с того, с которого мы начинали. Альбом у нас открывается песней со странным, немножко довольно смелым названием. Там не очень страшное для английского уха слово на букву «Н». В общем, называется она то, что женщина в этом мире все равно, что черномазый раб. Собственно говоря, как рассказывал Джон, а у Джона было замечательное поэтическое чутье. Он как что услышит, вот он все время вот очень переживал по этому поводу. Так он, когда первая его жена Синтия что-то там ему пыталась предложить вот такую строчечку в песенку, он так говорил: «Не говори мне слово «just», не надо его сюда ставить». А тут Йока тоже ему сказала фразу, и реакция была обратная. То есть она ему сказала фразу «Woman is the nigger of the world». Вот, и, как по его собственному признанию, Джон думал над этой фразой года два, наверное. К 70-му году, собственно говоря, он понял, что эта фраза означает, воспринял ее эстетику, а где-то через два года, в общем, написал песню. Это была и песня, и мировоззрение. В общем, так получилось, что Джон Леннон, наверное, стал первым певцом феминизма, тем более мужского пола. «Woman is the nigger of the world» прозвучит сейчас с этой замечательной сцены. Пожалуйста. We'll be right back.
Спасибо. А сейчас вот Оля и Настя остаются. Мы еще позовем Олю Олейникову, чтобы исполнить следующую песню. Тоже опять же с того же альбома Sometime New York City. Оля! Почему, когда говорит Оля, она отвечает йога, простите? А что такое? Ну ладно. Ну ведь закрывала альбом Sometimes in New York City. Раз веселая такая песня о том, что в принципе, если с людей все лишнее стряхнуть, весь наносной пафос, то все они, в общем-то, друг на друга похожи, и, как ни странно, по этой песне выходило, что это замечательно. Вот, но вообще, конечно, еще раз покажем вам, какую вещь охаяли критики в свое время, которым очень хотелось услышать очередной Hard Day's Night. Вот, но, к сожалению, два человека и им сочувствующие шли своей дорогой. Вы сейчас услышите, что результат все-таки был замечательный. Пожалуйста. Танцы приветствуются. We all wanna live forever.
Спасибо. Спасибо, Оле. А Настя с Олей у нас еще остаются. А, да, кстати, Оля. И Оля тоже. То есть, мы сейчас мы сейчас опять в 1980 год к альбому Double Fantasy. И Андрея Бессонова хотим еще позвать. То есть, вот. Андрея Бессонова хотим позвать. И песни это про всем известные нериски. Нериски, да, такие. Нериски, кис-кис-кис. Спасибо, просто паспортный стол. Минуты. Спасибо, Оля Чаляденникова, Оля Лисикова.
Это как бы как-то пост оргазмик тел. Они к нам еще вернутся. Спасибо. Я кажу тебе так. На самом деле, вот и закончился один из периодов в жизни Джона и Йоко. Был еще один период, но странно, все было шиворот на выворот у них, когда человек вел себя как нормальный человек, а не как гений. Почему-то к нему очень здорово придирались и говорили: «Нет, Леннон уже не то, не торт», как сейчас шутят. На самом деле песня из периода 75-80 вот, о том, что на самом деле иногда можно просто сидеть и смотреть, ну, например, как крутятся колеса, да, на самом деле, проводить время с семьей и ни о чем в жизни не жалеть. Попробуем сделать тоже трио. Трио тут Сергей Анатольевич переложил партию пианино для бас-гитары. Ну, я так ее переложил, потом куда-то, чтобы она не потерялась. Вот, а сейчас мы
это, вернемся в 1971 год, когда Джон Леннон и Йоко Оно пришли в гости к, ну, наверное, самому эпатажному музыканту всех времен и народов Фрэнку Заппе в гости. И вот как Фрэнк Заппа сам вспоминает, что он открыл дверь, и Джон ему говорит: «А ты, кажется, не такой урод, каким я себя представлял». Вот. И на что Фрэнк сказал: «Ну, заходи тогда». В общем, наверное, там случилась какая-то беседа, слово за слово, и Фрэнк пригласил Джона Йоко выступить на своем концерте в Fillmore East, и впоследствии вот фрагменты этого выступления они вошли в альбом Live Jam. И вот сейчас мы, в частности, одну вещицу оттуда сыграем, которая называется «Scum Back», а в переводе на русский это обозначает «отработанный презерватив». Ну, на самом деле, можем подпевать, не обязательно, если сложно выговорить «scum back». Есть русское слово тоже из двух слогов, которое означает то же самое. Я лишнего сказал, судя по всему. Ну, давайте попробуем. Выходила у Йоко чуть раньше, но здесь она проявила себя. То есть слушать очень странно такое, потому что, ну, вы слышите, как молодцы у нас, наши барышни продемонстрировали, как это
делается. А тут вдруг вокал совершенно другого стиля и другого качества. Мы попросим Ольгу Лисикову. Да, Ольга Лисикова, пожалуйста. Чтобы спеть нам с нами следующую песню. Песня, в общем, группа, которая на самом деле очень тесно одно время сотрудничала с Джоном Ленноном и Йоко Оно. Нью-йоркская хард-роковая авангардная леворадикальная. В общем, группа, которая называлась Elephant's Memory. И они с ними, в общем, записали альбом Sometime in New York City. Потом записали двойник Йоко Approximately Infinite Universe, выступали с ними на всяких телешоу и в том числе на самом знаменитом концерте в 1972 году в Нью-Йорке. Вот. И, но как бы группа до этого была в культовых кругах известна, они, их первый альбом, треки вошли в культовый фильм Midnight Cowboy, это был еще 1969 год, потом у них был альбом 1970 года, и вот в 1972 году Джон Леннон и Йоко Оно им спродюсировали их третий альбом, вот, который тоже просто назывался Elephant's Memory, и он начинался с песни Liberation Special. Вот. Еще что можно интересно сказать, что мы эту вещь играли в 2011 году на Пустых холмах, и как тот в Фейсбуке я даже давал ссылку на эту вещь их бас-гитаристу, ну, вот, бывшему Гарри Ван Сайку и клавишнику Адаму Ипполита, и они были очень удивлены, что
кто-то там в России. В России знает, играет, да, такая музыка. Да, Адам Ипполит сначала даже не понял, из какой это страны вообще. Вот. И даже в, ну, вот, в ушедшем году даже меня поздравили с днем рождения. Liberation Special. I'm on freedom special.
Сейчас мы хотим позвать сюда на сцену Ольгу Романову и Полину Гегельскую, чтобы с нами следующую песню исполнить. На самом деле тема известная, да? Помните вот одно время, да? Популярная в искусстве тема, когда помните такое? Очень задолго до этого в английской поэзии тема ирландского терроризма нашла свое место. Девушки споют, а мы поддержим. Lack of drivers. Сейчас мы позовем Андрея Бессонова к нам. Песня имеет отношение к американскому народному празднику. Ну, такое косвенное, формальное. Не нагадаетесь, нет? В общем, песня... На самом деле не про то, совсем не про то. Песня про то, какие как бы, ощущения испытывает человек после приема соответствующих препаратов. Или может быть, после неприема, после длительного приема. После неприема, после приема. Вот, в общем, это как бы такая была у Джона Леннона такая первая песня, в которой явно такие уже были признаки авангарда, и Битлз не решились эту вещь выпускать своим синглом. Вот, и тогда, в общем, Джон сказал, что ну, идите нафиг, и ушел как бы из группы, выпустил эту песню под вывеской Plastic Ono Band. Ринго там все равно играл при этом. Вот. И потом эта вещь неоднократно вот, исполнялась на всяких концертах, практически на всех. Вещь называется Cold Turkey. Future.
Все было просто. Спасибо. Очень аутентично, не хватало только мешка из-под картошки, из которого вылезала бы наша гостья. Продолжим. А сейчас продолжим. И мы позовем Олю Олейникову сейчас, чтобы исполнить следующую лирическую песню. На самом деле песня к 23 февраля. Уже звучала песня 72 года про то, что про нелегкую долю женщины в этом мире. А это ответ про нелегкую долю мужчины. Песня о том, как трудно родиться с этим полом. Вот. И тяжелый случай. Человека воспитывают женщины, а готовят совершенно к другой роли. Этакого полубога, полу Джеймса Бонда. Ну, это краткий пересказ. Вот, полу Джеймса Брауна. Ну, конечно, наверное, не все мужики признаются, что они нуждаются в таких трогательных строчках, но приятно, черт возьми. Пожалуйста, Ольга. На самом деле, я должна сказать, что всю свою сознательную жизнь я мечтала когда-нибудь выйти на сцену и вот так вот смело спеть, как Йоко Оно. Вот сейчас я попробую это сделать. Мужчины. Да, пока это было робко. Yeah.
выйдет Оля Лисикова, чтобы спеть с нами блюз. Конечно, да. Чтобы спеть блюз. Настоящий блюз. Шаффл. Блюз, во, блюз. В общем, это вещь с альбома Yoko Ono Fly 1971 года. Она открывала, да, который двойной там. Одна пластинка из каких-то шумовых вещей, а другая, да, пластинка из песен. Вот, в частности, оттуда такой вот блюз. Fly, кстати, это не полет, это муха. То есть вот там на обложке изображены мухи, значит, альбом должен переводиться как муха, хотя часто его переводят как лети, да. На самом деле муха. Зовем Олю. Знаете, мне это напоминало кадры из фильма «Карнавал». Оля Олейникова и Настя Концевая. Сейчас все. А сейчас быстрая песня, она так и называется, быстрая песня. Но почему она быстрая? Это. А какая? Break it down go. Это я забегаю вперед. Поэтому мы сейчас к такому вернемся жанру, который называется подблеивание. Нет, еще время не пришло. Мы вернемся опять к джему с трендом Заппы 1971 года, где вот как раз этот вот вокальный стиль, он очень
сильно тоже, ну, очень ярко проявляется под блеивание. Хотела бы еще один термином поделиться. Вас взблеем же, друзья. Вас, да, точно. Понятно. Вот правильно. И насчет авторства этой песни, что потом на пластинке у Джона Леннона был написан некий World of Word, а Джон говорил, что он в Ливерпуле, еще в Ливерпуле. В те годы там еще, да. Да, играл как песня некого такого Уолтера Уолда. На самом деле, если вот погуглить по интернету, то вы не найдете такой фамилии. То есть такой персонаж, скорее всего, не существовал. И это, скорее всего, была песня, придуманная экспромтом там вот на джеме. И выдана просто, как будто это кто-то там давно написал. А мы совершим кощунство. Мы сыграем ее после репетиции, этот экспромт. Пожалуйста. Baby, please don't go. Well. Альбом Approximately Infinite Universe. Он был записан в 1972 году с группой Elephant's Memory, вышел в начале 73-го. Но вся штука в том, что уже на этом альбоме был тот стиль музыки, который лет через 6-7 стал называться новой волной, New Wave. То есть фактически было опережение тенденции. Вот сейчас мы сыграем оттуда песню, которая называется... Одна песня уже оттуда была, вот... I want my love to rest tonight. Вот сейчас будет Move on Fast.
Саша. Андрей Бессонов остается, и сейчас он... И сейчас будет петь, давай ничего не говорим. Да. И сейчас он споет тоже песню. Сейчас Андрей будет заёка. Thank you.
записана эта вещь, был безумно плодотворным. Утром Йоко с мужем успели сфотографироваться. Она была в свитере, он без трусов. Очень забавная фотография получилась. Сводить хит. Хит они сводили. А хит Джон сразу сказал, что будет хит. Они сводили до 23:30. И еще были варианты. Можно было поехать в ресторан, но очень Джону хотелось увидеть сына Шона. Вот можно было, в принципе, вот когда подъехали к Дакоте-центру, можно было заехать за шлагбаум, ну как вот у нас там, на КПП, и спокойно подняться уже к себе в апартаменты. Но Джону хотелось пообщаться с поклонниками, автограф-сессия. Ну, в этот прекрасный вечер совершенно никак не укладывалось, что будет какое-то чудило поджидать у этого дома и, собственно, исходить завистью и другими оскорбленными чувствами верующего человека. Вещь «Walking on the Thin Ice», которую вы только что услышали, стала последней творчества Джона Йоко. Спасибо. Андрей Бессонов. «Walking on the Thin Ice». Будто стучат в дверь. В общем, тоже одним из как бы немаловажных аспектов в творчестве и Йоко Оно, и Джона Леннона было использование терапии доктора Янова, когда... Поэтому мы здесь все орём. Да. Мы лечимся на самом деле. Это такая методика была. Методика, что лечение криком от депрессии, от стрессов. И, в общем, это все очень сильно, ну, как изгнание злых духов, шаманство, все такое. И, в общем, это все отразилось на альбоме Джона Леннона «Plastic Ono Band» и Йоко Оно «Plastic Ono Band». Вот. И мы сейчас, соответственно, с альбома Джона Леннона «Plastic Ono Band» сыграем такую вещь, одну из самых ярких, олицетворяющих вот эту вот терапию доктора Янова. Well, well, well. Well, 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 well
сейчас немножко не стой. Вот, но была такая группа, она не имела отношения к Йоко и Джону. Вот наш общий, всякий, значит, знакомый вообще считает, что они воровали все рифы. Но вот вполне возможно, что вот здесь риф тоже очень похожий. Мы... Да, мы совместили вещь. Не надо, не надо, не надо. Да. Давайте. Йоко Оно и вещь. Другую. Сейчас всех позовем.
всем мире. Thank you.
Ольга Индикова! Больше не будет, ребят. Спасибо. Спасибо всем, спасибо. И закурить. Нашим гостям. Вообще закурить можно было давно. Спасибо группе «Паспортный стол» за предоставленную возможность вот, оторваться по полной, почувствовать себя немножечко авангардистскими такими, да, музыкантами. Шами. А все, это спасибо всем, кто пришел. Это навсегда.